В Одинцовском городском округе продолжается кампания по вакцинации против гриппа. С начала сентября прививку сделали 38 тысяч жителей муниципалитета. Свыше тысячи из них привились в мобильном фельдшерско-акушерском пункте, работающем на центральной площади города Одинцова по вторникам, пятницам и субботам. В этом году планируется привить более 84 тысяч жителей округа, из них свыше 18 тысяч – дети.